В Чебоксарах на базе регионального центра развития маунтинбайка стартовал чемпионат России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. Соревнования по тяжелой атлетике включают в себя два упражнения. Это рывок и толчок. В первый же день тут началась активная борьба за медали. Стоит отметить, что Чувашскую республику на чемпионате представляют 4 атлета, в том числе Яна Мохина, которая уже выступила в женской весовой категории до 48 килограмм. Несмотря на то, что тяжелая атлетика – это спорт, где прежде всего ты преодолеваешь самого себя, а не соперника, конкуренция все же присутствует. Особенно это чувствовалось в финальных толчках, когда на помосте осталась тройка сильнейших. Девушки до последнего показывали силу, упорство и характер. Представительница Чувашии Яна Мохина 12 лет занимается данным видом спорта. За ее плечами большое количество соревнований. Однако волнение дало о себе знать. И несмотря на то, что завоевать золото ей все-таки не удалось, Яна показала хороший результат и на достойном уровне представила свой регион. Потому что соревнования проходят у нас дома, в родных стенах. Я понимала, какая ответственность на меня возлагается, что все на меня смотрят, и немножко психологически не справилась с собой. Вот. Но если бы я подняла те результаты, которые поднимала прямо перед соревнованиями, то я бы выиграла с большим отрывом, поэтому это и обидно, что не получилось выполнить то, что было задумано. По итогу в упражнении «Рывок» Яна Мохина взяла серебро, в упражнении «Толчок» – бронзу. И набрав в сумме 161 килограмм, она была удостоена бронзы в двоеборье, тем самым став бронзовой чемпионкой России. Какой результат я показала сегодня, это вообще не то, что должно было быть, поэтому очень обидно. Но расстраиваться я не буду точно. Я, наоборот, зла на себя, и с этой злостью я буду готовиться дальше. Следом за высокие награды боролись мужчины весовой категории до 56 килограмм. Чувашию представлял Анатолий Находов. В сумме двоеборья он набрал 187 килограмм. И, к сожалению, этого не было достаточно для того, чтобы опередить соперников. Анатолию так и не удалось подняться на пьедестал. Но четвертое место – тоже место. Расстраиваться не стоит, ведь каждое соревнование – это бесценный опыт. И это значит лишь одно – есть куда расти и к чему стремиться. Чемпионат столицы Чувашии будет проходить на протяжении всей недели, вплоть до воскресенья 6 августа. Атлеты из более чем 40 регионов страны поборются за высокие награды и звание чемпион России. Кристина Емельянова, Степан Гурьянов. Жизнь столицы.